Велосипед Forward Apache X, алюминиевая рама. Трансмиссия у нас идет 2 на 8 под кассету. Собирали мы его в том году. Все очень хорошо по втулкам, вообще претензий нету. Велосипед отъездил целый год, вообще никаких нареканий. Износа втулок нет никакого. Рубашки и тросики идут красиво, только вот видите, соскочила одна штучка. Вот это вот сейчас я ее поправлю. Значит, по проблемам. Вот так вот засалено выглядят передние колодки. Тормоза у нас вот такие вот непонятные китайские. То ли подтекает тормоз, но визуально этого не видно. То ли что-то тут с вилкой, что масла много. Снизу была вилка немножко масляная. Потерян колпачок. То есть, в общем, поменяли передние колодки, все отмыли, все настроили, все работает. И вторая проблема, вот эти спицы тонкие. Человек гоняет, человек прыгает. Хотя он, конечно, это отрицает. Говорит, что катается очень спокойно. Но на самом деле колеса были очень сильной восьмеркой. Собственно говоря, здесь вот все техническое обслуживание спустя год эксплуатации. Это правка двух восьмерок. То, что и спицы слабенькие, и обода слабенькие, и достаточно активное катание велосипеда произошло за этот год. И вот проблема с передними тормозами. Что-то с ними, видимо, уже не очень хорошо. Может быть, катались по лужам, может быть, мыли на мойке, может быть, что-то там еще. Ну, в общем, поменяли колодки, все настроили.